Всем привет, ребята. Короче, решил я вот такую видосику заснять. Вот. Сейчас, короче, хочу проверить компанию Avalon. Вот она. Открываем Avalon. Открываем. Открываем вот эту хрень. Пополнить баланс. Выбор способа оплаты. Так. Через банковскую карту пишем 5000. 5000 внести надо нам. 5. Перейти к пополнению. Хрен с ним, не жалко будет. 5000. Так. Обрежу потом. Самая херня-то такая. Перевести. Платеж оплачен. Ну вот, короче. Рубас работает. Пятак у меня здесь. Вот. Вот столько вот получается у нас бабла здесь. За один день, короче, будет 65 рублей, типа, тикать. Типа будет тикать. Так. Ладно. Так, создать депозит. На 7 дней 5000, что у нас будет? Ставим пятак. Так, вот сюда. И получается у нас 493 рубля будет в день. Угу. Создадим депозит. Так, а если у нас будет 642, вот так сделаем. Сколько в день? 600 за 7 дней будет. О, 600 рублей. Так, теперь стоп. Так, ну ладно, создадим депозит на 5 дней. Ой, на 7. Хуякс в неделю. На сколько дней? На 7 дней.